Друзья, всем привет, всем доброе утро. Вы снова на моем канале. Засолила капусточку. Вот такая вот у меня получилась капусточка. Морковочка. Капусточка. Нарезала соломочкой. Сюда добавила укроп, черный перец горошком, соль. Приправа из листьев смородины. Вот такая вот капусточка у меня получилась. Вот. Здесь в тарелочке я замариновала лук. Вот такой вот у меня лучок. Мариновала я его с перчиком и солью. Порезала полукольцами и добавила соль и перец. И добавляю туда нашу капусточку. Такой у меня салат. Капуста, морковка и лучок. Выкладываю наш салатик на тарелочку. Перемешиваю с лучком. И добавить нужно туда 2 ложечки растительного масла. Вот, поливаю маслом. Аккуратно перемешиваю наш салатик. Друзья, вот такой замечательный салатик у меня получился. Подпишитесь на мой канал, поставьте лайки. До скорой встречи в новом видео.